С момента смерти культовой актрисы Натали Вуд прошло уже почти 40 лет, однако память о ней до сих пор жива в сердцах людей. Талантливая актриса, трехкратная номинантка на «Оскар» и обладательница 3 «Золотых глобусов», настоящая икона стиля Голливуда. Натали Вуд удалось достичь небывалых высот в своей карьере, став одной из культовых персон своего времени. К сожалению, как часто бывает с людьми, обладающими талантом, судьба Натали была весьма непростой. Сложное детство, пережитое в юном возрасте насилие, загадочная смерть, обстоятельства которой остаются невыясненными и по сей день. Наталья Николаевна Захаренко родилась 20 июля 1938 года в Сан-Франциско, штат Калифорния. Ее родители Мария Зудилова и Николай Захаренко переехали в Соединенные Штаты незадолго до ее рождения, предварительно сменив фамилию на Гурдин. Отец Натали, Николай Степанович, выходец из Владивостока. Во время гражданской войны он присоединился к антибольшевистским силам. После того, как деда Натали убили в уличном бою между красными и белыми, родители Николая бежали в Монреаль, а позже перебрались в Сан-Франциско. Мать Мария Степановна родилась в Барнауле, в семье владельца фабрики. И в начале гражданской войны ее семья также эмигрировала. Сначала в Харбин, затем в Соединенные Штаты Америки. До Натали у Марии от первого брака родилась старшая дочь Ольга. Позже у будущей актрисы появилась и младшая сестра Светлана, также ставшая актрисой и выступавшая под псевдонимом Лана Вуд. Происхождение родителей повлияло на религиозный выбор девочек. Обе они были крещены в Русской православной церкви и веру не меняли. Натали позиционировала себя как очень русскую и свободно говорила и на английском, и на языке родителей, хотя и с американским акцентом. В Америке отец будущей кинозвезды подрабатывал плотником и брался за любой способ заработка, а мама мечтала об актерской карьере для дочери и искала возможности для воплощения этой идеи. С самого детства мать Натали водила ее в кинотеатры, где они вместе смотрели культовые фильмы в истории кинематографа и анализировали игру актеров. Это было своеобразное образование, которое во многом помогло Натали в будущем, как она сама позже признавалась. Однако порой желание матери сделать из Натали звезду брало верх над здравым смыслом. Женщина нередко оказывала психологическое давление на дочь, заставляла ее общаться с неприятными ей людьми, насильно водила на прослушивание и всячески настаивала на том, что актерская карьера – единственный путь Натали Вуд в жизни. Во многом это объяснялось тем, что сама Мария в детстве мечтала стать балериной, однако не смогла добиться успеха на выбранном поприще, а потому старалась реализовать свои амбиции уже во взрослом возрасте с помощью дочери. К слову, старания родительницы довольно быстро дали свои плоды. Свою первую роль Натали получила в возрасте 4 лет, а уже в 1947 году начинающая актриса была задействована в таких масштабных проектах, как «Чудо на 34-й улице» и «Призрак миссис Мью», после чего последовала целая череда новых предложений от продюсеров и режиссеров. Однако столь радужные перспективы имели и обратную сторону. Юная актриса с детства страдала от массы фобий, депрессий и панических атак. Обрушившаяся на ребенка слава была слишком тяжелым бременем, которое ей пришлось нести всю свою жизнь. Примечательно, что параллельно с активной актерской карьерой к 16 годам Вуд уже снялась в более чем 20 фильмах. Натали успешно справлялась с учебой. Преподаватели отмечали, что у девочки был особый дар к точным наукам, а ее ответственность и трудолюбие позволяли совмещать занятия со съемками без ущерба для обеих сфер ее жизни. В возрасте 16 лет с будущей кинозвездой случилась трагедия. По словам ее сестры Ланы и биографа Сьюзанны Финстон, Натали подверглась сексуальному насилию со стороны ее наставника и знаменитого голливудского актера, чье имя Вуд предпочитала оставить в тайне. Финстон так описала происшедшее. Это сильно повлияло на жизнь Натали. Тот человек был женат. Он обманом заманил ее в свой номер и жестоко надругался над 16-летней девушкой. Она была так напугана, что не сообщила в полицию. К тому же она понимала, что он имел определенный статус, и ей просто не поверили бы. Сама Натали действительно предпочитала молчать об этой ужасной истории. Однако не только из страха, что ей не поверят. По признанию сестры Вуд, она испытывала невообразимую боль каждый раз, когда слышала его имя или пыталась заговорить о том происшествии. А потому со временем она научилась просто прятать этот болезненный фрагмент памяти даже от самой себя. Оправившись после трагедии, актриса сосредоточилась на своей карьере. Натали Вуд обладала яркой внешностью и миниатюрной фигурой. Ее рост составлял 152 сантиметра, а вес 45 килограмм. Соотношение было идеальным. Актриса прекрасно была сложена и смело позировала для фото и в роскошных нарядах, и в купальниках. В 1955 году Вуд приняла участие в съемках проекта «Бунтарь без причины» Николаса Рэя, что принесло ей первую значительную победу – номинацию на кинопремию «Оскар». Согласно некоторым данным, мать актрисы вынудила Натали завязать с режиссером интимные отношения ради этой роли, что также стало ударом для актрисы. Однако она сама предпочитала не поднимать эту тему. Так или иначе, после съемок в этой ленте Натали стали воспринимать как серьезную и талантливую актрису, а ее карьера резко пошла вверх. Личная жизнь Натали также была насыщенной. В середине 50-х годов ей приписывали роман с Элвисом Пресли, а в декабре 1957 года Натали вышла замуж за актера Роберта Вагнера. Их роман широко обсуждался в прессе, но этим отношениям не суждено было продлиться долго. Спустя 5 лет супруги развелись. Сам Вагнер позже вспоминал, что на момент их бракосочетания успех Натали в кино возрастал с каждым днем, в то время как его актерская карьера постепенно угасала. Роберт любил Натали, но он страшно ревновал ее, дергался, когда она поздно приходила домой, устраивал скандалы. Они часто ссорились и вскоре развелись. Делился подробностями отношений пары один из друзей актера. И в этих словах действительно присутствовала доля правды. Карьера Вуд стремительно шла вверх, что, безусловно, отражалось на ее графике и образе жизни. Одним из самых ярких моментов в карьере актрисы стал 1961 год, когда на экраны вышла кинокартина Роберта Уайза «Вестсайдская история», ставшая одним из наиболее знаковых произведений того времени. В следующие 5 лет Натали снялась сразу в нескольких популярных лентах, включая «Джипси», «Большие гонки», «Великолепие в траве», «Любовь с подходящим незнакомцем», последние из которых принесли актрисе еще 2 номинации на «Оскар». Вскоре у Натали начался новый роман, в 1969 году завершившийся свадьбой, Ее супругом стал продюсер из Великобритании Ричард Грегсон, в браке с которым у Вуд родилась дочь Наташа. Правда, эти отношения также не продлились долго, и спустя 3 года влюбленные расстались. После разрыва со вторым супругом Натали стала меньше сниматься в кино. Предложения поступали все реже, а сама актриса предпочитала уделять больше внимания своей дочери и личной жизни. К слову, спустя несколько месяцев в жизни Вуд вновь случились значительные перемены. Ее отношения с первым супругом Робертом Вагнером возобновились, а в 1974 году влюбленные поженились во второй раз, выбрав в качестве места проведения свадьбы одну из романтических локаций в пляжном городке Малибу. В том же году у супругов родилась дочь, которую назвали Кортни. Казалось, в их семье царила гармония и полное взаимопонимание. Окружающие отмечали невероятную привязанность и любовь этой пары, которая заряжала своей энергией всех вокруг. А родная сестра Натали, Лана, так вспоминала их брак. Их союз считался эталонным в Голливуде. У меня нет сомнений, что они любили друг друга и боролись за свои отношения. Они преодолели проблемы, которые были у них в прошлом, проделав большую работу. Это очень важно. Тем не менее, несмотря на кажущуюся идиллию, в отношениях Натальи и Роберта все же были проблемы. В 1973 году в обществе стали циркулировать слухи о том, что Вуд регулярно изменяла своему супругу, на что Вагнер отвечал ей тем же. Кроме того, их общие друзья нередко отмечали взрывной характер Роберта, который часто находил повод для ревности на пустом месте и устраивал громкие сцены супруги. Проблемы в отношениях ухудшились в 1979 году, когда Натали получила премию «Золотой глобус» за роль в кинокартине «Отныне и навсегда». Внимание к ее персоне вновь стало повышенным, что сильно нервировало ее супруга. А в 1981 году случилась страшная трагедия, которая потрясла весь мир. 28 ноября Натали вместе с Вагнером и актером Кристофером Уокеном, с которым должна была сняться в новой кинокартине, а также капитаном яхты «Сплендор» Деннисом Даверном, отправилась в плавание к острову Санта-Каталина в Калифорнии. По словам Роберта Вагнера, в тот вечер Натали и Кристофер проводили много времени вместе, что спровоцировало скандал между ним и супругой, после которого Вуд отправилась в свою каюту в одиночестве, а позже пропала. Ее тело обнаружили утром следующего дня. В качестве официальной причины смерти было указано случайное утопление. Кроме того, на теле актрисы были найдены несколько гематом и ссадин, однако причины их возникновения так и не были установлены, и дело закрыли. Правда, не все были согласны с версией следствия. Сестра Натали, Лана, утверждала, что та очень боялась воды после несчастного случая на съемках фильма, в результате которого актриса сломала запястье и никогда бы не решилась покинуть яхту на лодке в одиночку. В своих показаниях Вагнер предполагал, что Натали вспылила и отплыла к берегу на надувной лодке. Также общественность смущал тот факт, что на теле погибшей были обнаружены травмы, которые, по их мнению, мог нанести ревнивый супруг в ходе ссоры. Тело Натали Вуд было захоронено на кладбище мемориального парка Вествуд-Вилладж. А проститься с легендой кинематографа пришли сотни ее поклонников и друзей, включая таких звезд, как Фрэнк Синатра, Элизабет Тейлор, Лоуренс Оливье и Грегори Пек. Однако загадочные обстоятельства смерти актрисы не давали покоя ее поклонникам, которые не раз предпринимали попытки разобраться в ситуации самостоятельно. Новый виток расследования был инициирован спустя 30 лет после гибели Вуд в 2011 году, когда капитан яхты, находившийся на судне в тот трагический вечер, дал показания, всколыхнувшие весь мир. Согласно его показаниям, в тот вечер Натали и Роберт действительно крупно поссорились из-за флирта Вуд и Кристофера Уокена. Однако, по словам Денниса Даверна, в конце скандала палубу покинула не актриса, а сам Кристофер. Далее супруги продолжали конфликтовать, и Вагнер приказал капитану оставить их наедине. Когда же стало понятно, что Натали нет на борту, Роберт запретил Деннису включать прожекторы и не стал сразу звонить в береговую полицию, вместо этого подняв тревогу лишь несколько часов спустя. Эта информация заставила следователей изменить свое отношение к расследованию. Спустя год официальная причина смерти была изменена и звучала как утопление или другие неопределенные обстоятельства. Однако Роберт Вагнер продолжает настаивать на своей версии событий и отказывается сотрудничать со следствием. А в 2020 году история жизни актрисы легла в основу документальной кинокартины автора Лорана Бузера «Натали Вуд. Что остается за кадром», которая была создана при содействии дочери Вуд Наташи Грегсон Вагнер. Фильм повествует о пути Натали к славе, демонстрирует зрителю неизданные фотоснимки и видеоролики, снятые самой актрисой, а также рассказывает историю ее личных взаимоотношений.